В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки. Вітаю, мене звати Марічка Набока, це програма «Молодь Плюс». І сьогодні ми говоримо про українське мистецтво на експорт. Зі мною в студії митець Олександр Мілов. Доброго вечора. День добрий. Ми говоримо сьогодні про українське мистецтво на експорт з Олександром Міловим, адже саме він вперше за 30 років потрапив на американський фестиваль Burning Man і представив там свою роботу. Розкажіть, будь ласка, про це. Це вперше за 30 років існування фестивалю. І ми це офіційно просто позиціонували, що ми, як українська команда, перша, ну, приїхавши туди під флагом країни, були. Ну, там було багато, мабуть, народу з нашої, ну, части планеты. Там было, Але не представляли свої роботи. Да, да, именно чтобы они перетащили через океан какой-то огромный, там, ну, здоровый, там, инсталляцию, неважно, скульптуру, такого не было, да. Вот. Но это мы случайно по глупости так умудрились сделать. Я думаю, что мы сделали хороший памятник вот этой вот спонтанной, я не знаю, как это сформулировать, непродуманной до конца, недодуманной пути, да, и идеи, которая в итоге сработала и сейчас на самом деле принесла большому количеству людей такое, не знаю, хорошее впечатление и подружила с миром. Ми зараз бачимо, як виглядає інсталяція. Розкажіть, будь ласка, що ви хотіли нею сказати? І для наших радіослухачів, можливо, опишіть, як вона виглядала саме посеред пустелі в Америці. Я зрозумів. Ну, як ви бачите, це дві фігури. Мужчина і жінка, які знаходяться в стані конфлікту. Жінка, вона зібрана в позу ембріона. Они сидят вертикально, да, они сидят на корточках, подпирают друг друга спиной. Женщина собрана в позу эмбриона, прижимает колени к груди. Это концентрирует внимание на ее чувствах. Мужчина держится за голову, и это говорит о том, что у него все это от ума. Вот, несмотря на конфликтную, ну, как бы, форму, они поддерживают друг друга спинами. И это все в виде двух клеток, в которых внутри заточены два ребенка. Ну, ребенок в одной фигуре, ребенок во второй. Вот, они протягивают друг другу руки сквозь решетки и пытаются прикоснуться. Ночью вся эта конструкция превращается в огромный светильник. Дети светятся. Вот, и этим своим светом они символизируют то, что у нас остались именно внутренние дети наши. Ну, это то, что нам дает возможность договориться между собой. И дает шанс просто на примирение, когда у нас наступает темное время. Вот такая вот была затея. Как народ воспринял? Ну, очень неожиданно. Достаточно все это получилось для нас нетипичным, потому что я не ожидал плачущих каких-то людей на старте. Потом мы начали, да, привыкать к этому. Очень большое количество людей собиралось по ночам встречать рассвет перед ней. И это было там, ну, сотни человек, сидящих концентрическим кругом. Вот. Мы отгоняли народ, не давали им залазить на нее, потому что беспокоились, что они могут покалечиться. Вот. В какой-то момент мы отпустили уже это все на самотек. Есть фотографии, когда она просто обвешана гроздями. То есть это два больших человека, созданы, ну, как бы из людей. Вот. Уже детей не видно. Не знаю, заложенный в нее смысл мне казался достаточно банальным на момент, пока мы выезжали. А сейчас, когда присылаются тоннами письма, есть ощущение, что мы сделали какую-то вот такую странную психологическую работу за большое количество людей, занимающихся именно, знаешь, работой с семьями, у которых внутри конфликты, и которые не знают, как, каким образом их разрешить. Вот. И сейчас я как раз думаю над серией работ, которые могли бы просто висеть в этих местах, как, ну, как символ олицетворения. Не хотят ли фотообои сделать, знаешь, или какой-то памятник в там небольшой, при входе в этот самый, допустим, в фойе или что-то еще, это, ну, вплоть до институтов, занимающихся психологией. Вот, что удивительно. Такая арт-терапия, можно сказать. Да, это арт-терапия, да, она сработала. И я сейчас понимаю точно, да, что это, конечно, удача больше, чем продуманный акт, там, да, потому что она сделана спонтанно и неосознанно. Как удалось потрапить на фестиваль? Действительно, вы говорите спонтанно, но все равно треба было как-то податься. На фестиваль мы попали не спонтанно. На фестиваль мы попали, ну, в результате целого ряда принятых решений и усилий, потому что это было все-таки связано с затратами, и это не так легко было сделать. Помимо денег, это требовало еще колоссального количества усилий. Команда. Да, команды. Народу было у нас много. В Одессе работало несколько человек, конечно, которые связаны со мной были именно такими уже брачно-узами творческими, да. А все остальные были зарплатники, ими надо было управлять. И надо за два месяца было организовать колоссальное производство, потому что
В отличие от всех участников фестиваля, которые находятся там, на материке, у нас срок подготовки был на 2 месяца меньше за счет того, что нужно было переслать морем эти фигуры, и, ну не морем, а океаном, там их встретить. В общем, плюс мы еще были не подготовлены для работы на территории Соединенных Штатов, потому что у нас же все, знаешь, там 220 вольт еще, вот этот вот. Ой. Короче, да, все, все. Мы просто об этом даже не подумали. Мы, как, знаешь, Юрия Гагарина на Луну за там или куда, в космос запускали. Потом разбирайся. Там, да, разберемся по ходу. Реально даже никто не думал о том, как мы будем потом ее оттуда убирать и что делать с ней конкретно дальше, вот куда там. Потому что мы вплоть до последнего дня были только сосредоточены, чтобы хоть как-то успеть доехать. Но мы доехали, все получилось. А українські митці досить востребовані за кордоном, це підтверджується, зокрема, і продажами на світових аукціонах. Дивіться в топ-10 від Радіо Свобода. У 2013 році на аукціоні в Лондоні була продана робота «Кінь вечір» Анатолія Криволапа за 186 тисяч доларів. Раніше рекордсменом була його ж картина «Кінь ніч», продана за 124 тисячі доларів. У 2012-му фотороботу Віталія та Олени Васильєвих «Айс» купили за 100 тисяч доларів. За 97 тисяч була придбана картина Олександра Ройтбурда «Прощавай, Караваджо». А одну з картин Іллі Чичкана «Іт» купили за 70 тисяч доларів. Найдорожче полотно Василя Цаголова називається «Службовий роман 2» і коштувало воно 53 тисячі 600 доларів. Водночас кажуть, що його картину «Кого боїться Хёрст» невідомий колекціонер придбав за 100 тисяч доларів. Ціна «Драйв 9» Оксани Мась на одному з аукціонів перевищила 55 тисяч доларів, а розмальовка Олега Тістола сягнула майже 54 тисяч доларів. Картину Олександра Гнилицького «Небо Олегівська» продали за 41 тисячу. Ціна ж «Морського бою» Максима Мамсікова становила близько 35 тисяч доларів. Ось такі цифри. Я нагадаю, що у мене в студії митець Олександр Мілов. Ми розмовляємо про українське мистецтво на експорт. Пане Олександре, зрозуміло, що, скажімо так, ціна, за яку купили певне полотно, певну картину, певну роботу, це не все, так? Чим можна оцінювати мистецтво? Задача. Це, скажімо так, ну, одна і не найважливіша категорія. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки українське мистецтво йде в ногу зі світовим зараз? Знаєте, я, чесно говоря, вперше в житті попадав зараз, ну, попав в Америку, наконец-то посмотрел работы, вот те, которые являются апологетами, да, современного искусства. Я мог потрогать вручную всего Пикассо, посмотреть все вот эти вот, ну, как его, эпоху вот Францию, да, начало, это Ренессанс, Возрождение, еще что-то, и что, вот, что вот тут очень трудно было, наверное, оценить оно все через учебники, кажется очень возвышенным, а когда ты оказываешься там рядом, ты понимаешь, что делали простые люди, живые, сделано это все даже зачастую на тяп-ляп, просто оно обрело такую силу спустя, ну, такое количество отзывов и взглядов и репродукций. И я думаю, что нас ни география никоим образом не отделяет от мирового искусства, ничего, кроме собственной веры и желания. Вот. И чем мне нравится, что большинство ведь художников в жизни, ну, не дожили до момента, пока были признаны. Вот. Это только те, которые работали, ну, при царских каких-то там, да, ну, таких структурах, вот там, Леонардо да Винчи, да, все вот эти вот известные нам художники, они, были придворными, да, они все были придворными художниками, да. На их фоне было колоссальное количество других неизвестных, которые были не менее интересны, но они так и не добились ничего. Вот. И тут сейчас на самом деле не принципиально, есть успех или нет успеха. У художника есть самое главное. Если он художник, то он рисует в главном, ну, в свое удовольствие всегда, или там не рисует, лепит. И я знаю точно, что самые настоящие, их вообще нет ни на одном из конкурсов. Те, кто на конкурсах, в массе стараются заработать денег. Вот. И это та часть искусства, которая, мне кажется, ну, ну, это отдельная сфера, это больше уже бизнес. Заработок. Да, это заработок. Это нужно создать имя, создать эффект, что ты чего-то добился, и все хотят купить за тобой чуть-чуть твоего успеха. Но в массе никто не понимает вообще, о чем идет речь. Вот. Это больше всего рассчитано на вау-эффект. Вот. Это то, чем славится на сегодняшний день современное искусство, но мне оно очень не близко, и я, к сожалению, не могу вообще на эту тему ничего вам сказать, потому что я не знаю, как это продавать. Вот.
То есть мне кажется, что наши работы, которые здесь создаются и лежат в загашниках, действительно могут быть восприняты мировой общественностью не меньше, чем там самые яркие на сегодняшний день существующие работы. Но похвастаться качеством их продажи, боюсь, что мы не можем, потому что у нас нет таких талантливых маркетологов и просто людей, которые способны это вот как менеджеры двигать. Думаю, что со временем они появятся точно. Ну, якщо говорити не про продажі, а, наприклад, про виставки, представлення в музеях, від чого залежить, чи зацікавить робота українського митця за кордон, з'ясовувала Євгенія Тюхтенко. Українське сучасне мистецтво повністю йде у ногу зі світовим, вважає український арт-куратор та мистецтвознавець Олександр Соловйов. Та називає сучасних українських митців, роботи яких вже зарекомендували себе на міжнародних виставках та аукціонах. За моєю спиною Анатолій Криволап, його робота представлена. Це Арсен Савадов, Василій Цегулов, Олег Тістов, Сергій Братков, Тиберій Сільваші. Названі критиком митці входять у так званий рейтинг найдорожчих сучасних українських художників, складений галеристами та дилерами. Їхні роботи були представлені на престижних міжнародних арт-ярмарках, аукціонах та галереях, наприклад, у галереї Саачі в Лондоні або ж на аукціоні Філіпс де Пюрі. На думку Олександра Соловйова, ціна за роботу – один із критеріїв визначення рівня художника. І вже потрапивши у так званий топ, митець повинен увесь час підтримувати своє реноме. Український арт-куратор також розповів, що, на його думку, потрібно, щоб роботами сучасних українських митців зацікавились у світі. Тобто не тільки там майстерство виконання, но і какое-то какие-то форс-мажорні какие-то вещи, как, например, там острота темы какая-нибудь или прочее. Шок какой-то определённый. То есть всё это учитывается, но нужно уметь вот это как бы своё вот это перевести вот этот фокус в плоскость всеобщего. Вот это самое сложное. То есть нужно быть и оригинальным, и в то же время, чтобы эти проблемы действительно они как бы смогли задеть как бы, ну, скажем, универсального человека. Такими мистецтвознавець вважає, наприклад, роботи відомого українського художника Василя Цаголова, вже визнаного за кордоном. Картину Василя Цаголова з циклу «Офісна любов 2» купили за 53 тисячі 600 доларів на аукціоні «Філіпс де Пюрі» на початку червня 2009 року. Того ж року картину Цаголова «Зайчик» придбали за 41 тисячу доларів. Це офіційно задокументовані продажі. Сам митець каже, що гроші не основне, і робота повинна бути цікавішою за заробіток. В той же час наголошує, що якщо вітчизняного художника-сучасника не розкручувати, то ціни на його роботу угору не поповзуть. Художник должен делать интересные работы, да, которые интересны не только нам, но и, скажем, за рубежом. Да? Но это лишь 10% от всего. Да? Это малая проблема. Основное это деньги. Не надо думать, что вот художник сделал работу и все на этом закончилось. На этом все закончится, если больше ничего не делать. На думку Цаголова, між аудиторією і художником має існувати певний діалог. Успіх, яким користуються його роботи, вбачає в тому, що через них він спілкується на ті теми, які цікаві усім, а не тільки йому. Євгенія Тюхтенко для «Молодь Плюс». Ви дивитеся програму «Молодь Плюс» і ми говоримо про українське мистецтво. Чи цікавить воно за кордон? Зі мною в студії Олександр Мілов. Пане Олександре, ви і режисер, і скульптор, і художник, і дизайнер. Які теми найбільше цікавлять вас у вашій роботі? З цим все дуже просто. Мені коли-то отець пытался объяснить, как попасть в историю, говорит, что не нужно пытаться там гоняться за временем. Вот. Есть вещи, которые будут всегда актуальны. Вот. Главное не пытаться что-то, знаешь, что там вот сейчас там петь про мобильный телефон очень трудно. Он завтра изменится, это пустое. Да, точно так же там про какую-то форму телеги было бесполезно петь там, в 20-е годы, начало века. А вот про проблему взаимоотношений полов, да, оно просто из века в век постоянно повторяется. Вот, и там, не знаю, Ромео и Джульетта – это вечная тема, вот. И на самом деле ее очень легко пережить самому, потому что, ну, как бы каждый из нас испытывает эти чувства, и это все обычно касается любви, измены, там, рождения детей, какого-то, да, непонимания возрастов.
То есть я понимаю точно, что я ничего нового не скажу, но я могу это показать, то, как я это чувствую. Вот. И самое главное, мне это понятно и близко. Вот. То, что вот вы сейчас видели в сюжете, это удивительный же прецедент. Ведь эти ребята, которые рисуют, они же не глупые и не умеют рисовать. Ну, их работы так своеобразны. Только потому, что они понимают, что можно паразитировать на человеческой глупости, не на неспособности этого общества на сегодняшний день вообще понимать, что происходит. И вот на этом эффекте «Король голый» зарабатывать деньги просто потому, что так сложена система. Вот. Я думаю, что у них наверняка есть дома хорошие работы, которые действительно достойны внимания, которые они там берегут своим деткам, и, в которых есть смысл. Да, но в массе это ведь такой, экстремизм позитивный, да, они просто хотят заработать денег на человеческой вот этой вот. Давайте развлечем всех, это там вау-эффект в массе, и вау-эффект, как раз, которым все измеряется масштабом разлива в средствах массовых информации, да, и коэффициентом этого, сколько заплачено вам было на прошлой неделе. И, конечно, этим прикольно щеголять друг перед другом. Но это ведь не та тема, о которой есть смысл говорить. Я думаю, что они все прекрасно это понимают. Скажи, будь ласка, чи мають митці зачіпати актуальні теми? Не мобільний телефон, так, але це гострі теми, які нас всіх зараз... Да, но суть в чем? Суть в том, что пока они, эти художники, успевают это реализовать, тема может измениться, понимаешь? Ну, в смысле, что все закончится. Ну, то есть, если ты начинаешь лепить вдруг что-то про сегодняшний день, там, да, вот про проблемы в стране, вот, и через 5 лет заканчиваешь эту работу, а там уже все поменялось. Вот, я не знаю, то есть это надо, получается, да, предугадывать все, что будет вокруг, и чуть-чуть. Ну, это же, мабуть, гениальность тогда была. Да, вот я говорю об этом. Поэтому, то есть, постфактум, да, конечно, мы делаем памятники с человеческой глупости каждый день. Вот, они везде стоят, но с пол Одессы. Памятники отмыванию денег, и это удивительный прецедент. Я думаю, что их когда-нибудь снесут, дай бог. Вот. Но они как раз отражают проблемы текущего дня. И я думаю, что это совершенно не важно, сегодняшний день или не сегодняшний день. Как раз то, о чем я говорил, что если это проблема отношений между людьми, да, оно ведь сегодня, да и правда, то, что в стране происходит, это проблема между людьми. Там, да, когда чувство кредитов доверия, неоплаченных спустя годы, да, начинает забираться обратно, и ты чувствуешь недовольство собой. Да. Так же самое в семьях, муж с женой, допустим, когда проживают какой-то промежуток времени, они точно так же испытывают какие-то уже желания там, попытаться вообще, может быть, испробовать судьбу еще раз и поиграть с кем-то другим в эти игры. И это та реальная проблема, которая может быть воплощена в искусстве в любом из видов. Да. Там, я вот, допустим, попытался в такую игру, да, но ведь это можно отразить миллионами других способов. Просто этот был самый простой для меня и понятный для большого количества людей. Да, да, только так. Только про то, что важно для людей. Потому что пустое, я не знаю вообще, зачем оно. Есть некоторые прецеденты в искусстве, когда действительно просто оно имеет право на жизнь, потому что красиво. Ну, не потому что в нем там внутри должен быть вызов. Вам просто хочется находиться в чем-то. Вот дерево, оно про что? Оно же просто красиво. Оно приносит пользу, потому что оно там делает кислород, да. Оно бывает разных причудливых форм, есть плоды, цветет, уже хорошо, да, но оно уже не заставляет вас подумать, там, да, вот с него пойдет яблоко, и поэтому притяжение, да. Нет, это случайность, это мы уже потом находим в этом смысл. Потом мы думаем, да, вот если откусить яблоко, то это смысл, значит, дерево познания, да. Нет, просто красиво, это тоже отлично. Вот. Но, к сожалению, многие увлекаются и становятся жертвами собственной индивидуальности. Уже тоже непонятно, что красиво, что нет. Это очень важная штука, когда рождаются люди, которые очень чувствительны к окружающему миру и способны трезво себе подрезать там перья и следить за тем, чтобы это было действительно там хорошо. В архитектуре это просто то качество неотъемлемое, которым, по-моему, должны болеть все, кто отвечают за внешний вид городов. Потому что именно она потом формирует это разорванное сознание у жителей этих структур, потому что именно каждый символ, он потом ежедневно отпечатывается в голове. Ну так, це впливає на психологію людей. А якщо повернутися до тем, які ви піднімаєте, в вашій короткометражці «Помста», яку відібрали в неофіційну програму Каннського фестивалю, піднята трохи інша тема. Розкажіть, будь ласка. О, це було дуже давно вже неправда. Це забавна історія про те, як я не розібрався з українським переводом місяців. Я, в принципі, на полсім'ї україноязичний, але там для мене липень і ще щось можуть. Серпень, да. І, в общем, я ошибся на месяц с дедлайном. Вот. Мне показалось, что дедлайн завтра. А там обещали отличную видеокамеру, которую мне на тот момент хотелось. И задача была каким-то образом показать свое отношение к средствам массовой информации. И я снял короткометражку про то, как моего отца утомил просмотр телевизора и там, чтение газеты. И, в общем, он спилил антенну.
с крыши, а из телевизора сделал этот стульчак для деревенского туалета и вместе с газетой пошел туда, заперся, а потом наконец-то открыл окно, которое ему мешал телевизор смотреть, он там открыл шторы. Вот. Ему казалось это прекрасным решением для конкретно этой медийной структуры, которая хотела увидеть фидбэк, ну, как мы относимся как зрители к кино. Еще был день рождения отца, и отец же снялся в ней. Вот. Я думаю, что что бы она ни заняла на тот момент, это был забавный очень прецедент, в котором мы прекрасно провели время. Вот. Но так получилось, что она тоже, кстати, собрала достаточно большое количество отзывов. Слава Богу. Там хороший саундтрек. Всем прошу, да, любить и жаловать. Если кто-то захочет, посмотрите. Мне кажется, эта работа достаточно удачная. Львівська художниця Леся Квик відома своїм живописом і графікою. Вона декілька разів вигравала гран-прі на Львівському форумі видавців. Нещодавно її робота виграла на виставці у Лондоні. Чи складно презентувати себе українському митцеві за кордоном? Про це з нею спілкувалася Галина Терещук. Це улюблене місце Лесі Квик на подвір'ї, де вона творить свої картини. Малює щодня, бо це потреба. Малює задоволенням і до життя ставиться з оптимізмом. А біля мене отако завжди сидить пес Лайма. Так. Її живопис радісний і кольоровий. Графіка лаконічна і досконала. Підписи до неї Леся Квик пише сама. Рука малює, а ручка пише, жартує. Я просто реалізую свою таку необхідність висловити так бачення світу. Живопис я стараюся намалювати швидко і за один раз, бо він тоді мені так краще вдається. Ну і графіка сама собою теж так, але тепер я щось там малюю листочки. Я так хочу, щоб вона була така, щоб я тішилася, щоб в мене не було сумніву ні про жодну плямку випадково. Перша виставка Лесі Квик за кордоном була у Польщі на початку 90-х, потім була Німеччина. А скільки її робіт виставляється за кордоном, за цим не стежить. Презентувати себе у світі сучасний художник може різними шляхами. Чудово працює Фейсбук, де ти можеш виставитися і запропонувати свої ці. Але треба бути не лінивим, знати мови. Я то лінуюся. Я тішуся, що у Львові мене купують гарну роботу. У нас супер художники. У нас, по-перше, країна дуже цікава, історія її. Сучасним художникам бракує менеджерів, які б займалися промоцією їхніх робіт за кордоном і в Україні. Важлива добра школа для молодих талановитих митців, яких би підтримували меценати. І як приклад Леся Квик наводить митрополита Андрея Шептицького, який підтримував молодих художників, відправляв їх на навчання за кордон, купував їм творчі майстерні, замовляв у них сакральні твори для храмів. Настільки передовий погляд і вміння, взагалі освіта дуже важлива була, і Шептицького бачення, що він зумів. Тому що навряд чи на такий момент зараз би дав хтось малювати таку матір Божу. Цю картину намалював Олекса Новаківський, авангардний художник 20-го століття, якому Шептицький профінансував навчання за кордоном. Придбав цей будинок у Львові для майстерні, створив школу Новаківського, де викладав і сам. З цієї школи вийшли відомі українські художники – Михайло Мороз, Святослав Гординський, Мирон Левицький, Володимир Гаврилюк, твори яких поціновані у всьому світі. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Молодь Плюс, Львів. А якщо говорити про меценатство, про допомогу від держави, від міської влади. Наскільки я розумію, вам з поїздкою на Бернінмен не допомагав ніхто з названих? Так, ми написали всім, кому можна було. Навіть два рази нам відповіли і сказали, що не можуть. Ну, бачите, смысле, хоч відповіли. Хоча б відповіли, так. Да, да. Ну, це відповіли ті, кому ми прийшли конкретно в гості, тому що ми були якраз у нас, у нашого губернатора, еще там мы были у кого-то. У нас были большие проблемы с визами, я даже не столько просил кого-то нам помочь финансово, сколько помочь решить вопросы с посольством. Но тоже, там, пол команды не поехало, тем не менее, все равно мы справились, и это уже, это больше, знаешь, от наглости и от уже, знаешь, увлеченности сверхидеи все зависело. И даже самое главное, усталость просто не позволяла идти искать дополнительные варианты поиски, вот, ну, в поиске денег. Потому что мы хотели запускать Kickstarter, и физически в какой-то день я устал делать эти все работы, и, там, заботиться о видеосюжете, о мотивации. Сейчас вот задним числом мы попробуем сделать,
Щоб поїздити з представленням скульптури, чи яка мета, скажімо так, буде збору коштів? Представьте, що я зараз для того, щоб закінчити просто для установки, туди ще, наверное, 1040 придется угрохати. Это если делать в Украине. Если делать в Соединенных Штатах, то это еще штук 150, я думаю. Вот. И это учитывая, что никто ничего не зарабатывает на этом. А потратить такое количество энергии, не получив потом возможности сделать что-то еще новое, это глупость. Поэтому я ищу людей, которые понимают, что мой труд все-таки должен быть не то, что вознагражден, а просто, чтобы появился новый цикл. Потому что сейчас я выплесну все деньги, те, которые у нас там, допустим, были как-то на квартиру сбережены. И моя жена, представляете, как она будет там вечером смотреть? Да. Художественный фон будет отсутствовать априори. Вот. Я понимаю, что мне нужно сделать так, чтобы детям было хорошо, и людям вокруг, которые ходят, это приносило какую-то пользу. Работать должна работать, она должна быть все-таки видима. Вот. И все-таки, конечно, хотелось в Одессе ее установить, потому что она оттуда по месту. Я ее с самого начала задумывал, там, привязки к конкретной территории. Но я думаю, что я сделаю опять это там, на сдачу от того, что мы там, запланировали. Точно получится. Просто пока еще нет кого-то конкретного, кто пришел и сказал, давайте поможем. Коли я думала над темою сучасного мистецтва в Україні, я згадала про Харків, адже там дуже багато відомих українських сучасних митців. Зокрема, я згадала про чудового Павла Макова і попросила кореспондента Радіо Свобода у Харкові зробити з ним інтерв'ю. Буквально в той же день ввечері з'ясувалося, що офіс Павла Макова підпалили, кинули туди коктейль Молотова. Отже, про цей інцидент, а також про те, як стати цікавим за кордоном, Анатолій Мажора спілкувався з художником Павлом Маковим. У своїх роботах художник Павло Маков майже не шукає різноманіття у кольорах. Чорним та білим він навмисне обмежує себе. Не через те, що це така вузька професійна така от зацікавленість, а просто якось мені в цьому, ну скажімо так, мені в цьому комфортно. Коли все дозволено, то це не так цікаво. А з іншого боку, розумієте, ну це, знаєте, це як мова. У будь-якої мови є свої обмеженості. Мистецька мова художника настільки зрозуміла, що його роботи представлені в провідних музеях Москви, Нью-Йорка та Лондона. Роботи Павла Макова продаються на аукціоні Сотбіс. Одна з останніх робіт, бачите? Тут присутні досить багато кількість дошок. Робота називається «Сквер». Художник сад із деревами вважає чимось метафоричним. Стосовно образотворчого мистецтва, це є розповідь. Все про що розповідь тут вже розповідно. Я вам словами нічого не додам. Свою першу картину Маков повіз до Європи у 1989-му. У невеличкому містечку Данії роботами зацікавилися. Проте зараз, через чверть століття, художник не має ствердного рішення, як стати цікавим за межами України. Все ж таки мистецтво зроблене на Україні, воно перш за все потребовано має бути на Україні. Це точно. Митець України не може французу розповісти про французькі проблеми. Однак днями про художника заговорили зовсім не в контексті мистецтва. У приміщення, де інколи працює Маков, невідомі кинули запалювальну суміш. Ну, я себе особисто з тим, що кому дуже не подобається, що на Україні существує культура і люди, независимо мислящие, і культура, яка независима. Кому-то це дуже роздражає, кому-то би хотілося, щоб ці люди ілі щезли, ілі, скажімо, були запугані. Художник інцидент пов'язує із дизайнерами, з якими разом працює. Це саме вони розробили логотип у вигляді червоного мака для соціальної акції «Ніколи знову». Анатолій Мажора, Харків, Молодь Плюс. Скажіть, будь ласка, на сам кінець, на вашу думку, все-таки має бути якась взаємодія держави і мистецтва? Обязательно. Ви пам'ятаєте, є такий розказ, якщо б акули були людьми? Ні. В 1955, по-моему, году написан одним немцем, сейчас я не вспомню, у нас просто спектакль есть в Одессе. Там был прекрасный текст о том, что акулы, если бы были людьми, они бы сделали сады между там, своими зубами, и выгуливали бы там прекрасно всех деток, рассказывая о том, какие это памятники культуры. Они бы сделали там больнички, в которых бы обеспечивали здоровье. Некоторым даже рыбкам они бы позволяли кушать других рыбок, чтобы им доставались потом побольше кусочки мяса. Вот. А главная мысль в том, что если бы они были людьми, в первую очередь они бы навязали всем культуру. Так вот, культура, она бывает как следствие цивилизованного мира, и она отражает массы внутри, и как попытка навязать, да, вот как социальные вот эти символы в эпоху социализма, да, когда, вот. Вопрос, что кто хочет. Бывают люди не замечают просто и не хотят об этом думать, а для них, возможно, вот как для государства, да, это может быть лучший способ создать то общество, которое они хотят в итоге получить, да. Эти работы художественные могут его сформировать, потому что 2-3 поколения родившихся станут понимать, что это для них формирующее их, да, состояние, система ценностей.
И наоборот, да, если это отпустить, то оно может превратиться в то, что сейчас творится в современном искусстве, в галереях, когда вообще непонятно, что это там происходит, но это памятники вот этому сумасбродному времени просто и развалу эпохи. Но я думаю, что оно, как всегда, после вот такого бабаха, опять же, приходит момент рождения, снова весна. Просто это такой зимний период, может быть, близко к Новому году, оно просто так вспыхнуло. Надо воспринимать все это просто как фейерверк. Думаю, что все в любом случае будет хорошо. И обязательно кто-то придет, как Карл Великий там в Праге, и создаст территорию, на которой соберутся все художники и будут просто с утра до вечера творить эти прекрасные образы, к которым мы теперь вот ездим с удовольствием, просто посмотреть, насколько это удивительно сконцентрировано в одной точке. Так можно сделать. Будемо на це сподіватися. Я дуже дякую вам за розмову зі мною. Був Олександр Мілов. Ми говорили про українське мистецтво. Почуємося наступної п'ятниці. В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.